Это видео. Всем привет! Вы смотрите мой новый влог про то, как я провела июнь в Париже. Подруга Аленой, вот Алена, пришли на инаугурацию отеля Эйфель Бломе Отель в 15-м округе Парижа, который откроется через неделю в конце июня. Сейчас мы делаем тур по комнатам, смотрим, какие есть комнаты на 7-м этаже в отеле. В каждой комнате есть красивый балкон, вот примерно как здесь. Это был старый, какой-то страшный, очень сильный отель, который новый дизайнер, имя которого я потом уточню, переделал в стиле арт-деко. Очень симпатичный, очень небольшой, в то же время уютный и красивый отель. Сегодня мы ужинаем в азиатском местном барте, который называется Юм. Из беселье это дипсум. Пельмешки с разными различными дополнениями. Сейчас мы идем на коктейль, инаугурацию новой летней террасы в отеле Сент Джеймс. Очень красивый отель, давно хотела туда попасть, но вот как-то не получалось. И вот отель. На самом деле из этого отеля когда-то давно запускали воздушные шары, поэтому здесь такой красивый интерьер, вот эта лестница, наверное, одна из самых знаменитых лестниц в Париже, но почти никто не знает, где она находится, потому что она такая, как из сказочной «Алиса в стране чудес». Надо чуть поснимать этот гей-парад. Сегодня иду на открытие новой террасы на Монмартре. Вот поднимаюсь, которая называется Кафе Ренуар в музее Монмартр. На самом деле иду и не знаю, что там будет, но сегодня целый день работала, и поэтому иду, наверное, туда где-то на час только посмотреть, что это за место. Вот. А так я уже на Монмартре. Сегодня я неожиданно попала на открытие нового кафе Ренуар, который находится на Монмартре, в саду музея Монмартра. На самом деле я сюда пришла одна, поэтому не думаю, что много задержусь, но это очень симпатичное место. Сейчас я вам покажу, что тут классного. Здесь очень красивый сад с небольшим прудиком, очень милое кафе и вид на виноградники Монмартра. На самом деле, раньше Монмартр был весь покрыт виноградниками, но сегодня это вот такой вот небольшой участок.
А сейчас я нахожусь в ателье Сюзан Валадон. Это место просто магическое. Жалко, что я не могу передать запах, но на самом деле тут даже запах остался, красок и вот этого дерева всего. Это просто мечта иметь такое ателье. А вот такой вот вид открывается из музея Монмартра. В Париже 28 июня стартовали скидки, и поэтому сегодня первый уикенд как раз таки этих скидок, и мы с Аней встречаемся, чтобы пойти что-нибудь купить. Сейчас будем мерить горчичный тренч. Этот размер на 4 размера больше меня, но я очень хотела померить этот цвет. Купили балеточки. Вот наш первый улов. Анин первый улов. И сейчас мы пока что устали, потому что нас только что заманили в какой-то румынский магазин, намазали. Лондонско-румынский. Да, нас, короче, заманили в какой-то лондонско-румынский магазин, намазали кучу всего, хотели продать. Но вкусно пахнет. Да, но мы не повелись. Нет, да. Так просто не разведешь. Нет. Я снимаю уродские пикники. В смысле, они вкусные, но... Но, как бы, вот да, такие. Тут у нас вот так вот хумус, всякий вонючий камамбер. Зато пуифами. Bateu apagada a velha chama E eu que era triste Говорят, хорошее место. Сейчас узнаем.